Экскурсия по кабинету учебного центра «Наставник». Друзья, все, что вам нужно, чтобы у вас получалось делать бизнес в интернете, это надо найти какую-то систему и скопировать ее. То есть не надо придумывать велосипед, надо взять систему и ее скопировать. И вот я вас хочу познакомить с учебным центром «Наставник», показать, что здесь вы получаете. Здесь собрано все воедино, в одном месте, чтобы вы могли начать продвигать свой бизнес. Ну, когда вы заходите, вот здесь вы видите новости центра. То есть вы нажимаете, и все новости можете здесь прочитать. Следующее – это старт, это знакомство. Нажмите на эту кнопочку, и мы вас приветствуем в этом кабинете. И теперь пошли дальше. С чего начать? Вот чтобы вам не сидеть и не думать, что же мне первое сделать, начинаем прямо вот с этой кнопочки. Нажимаем «Изучать». И здесь вы увидите, первое – это планирование, как распланировать свой бизнес, свой день. Второе – это стратегия продвижения бизнеса. Вот эти уроки обязательны просто. Ну и давайте я зайду сюда, в стратегию продвижения бизнеса, покажу, что же там внутри. Продвижение, позиционирование и целевая аудитория – это три кита, от которых зависит ваш успех. И вот вы видите, такие у нас уроки здесь. Когда нажимаете, вам открывается видео. И именно определение целевой аудитории, стратегия – это самая важная глава. Это очень важно. Если вы будете знать тех людей, кому нужен продвигаемый вами товар, продукт, кому нужен ваш бизнес, если вы будете знать, о чем они думают, чего хотят, с какими проблемами сталкиваются, какие действия предпринимают, какие у них возражения, то вы всегда будете с партнерами, с клиентами, вы всегда будете при деньгах. Вот к этому разделу отнеситесь очень-очень серьезно. И вот здесь вы видите боли, возражения, хотелки целевой аудитории. Здесь книга на 30 страниц для разной целевой аудитории. То есть если вы знаете боли, хотелки, возражения, то вы сможете очень быстро подготовить какой-то, может быть, бесплатный PDF-файл. Вот. Вы сможете правильно оформить группу ВКонтакте и Facebook, сможете правильно оформить свою бизнес-страницу, писать правильные посты, которые будут продавать ваши партнерские продукты, правильно настроить рекламу, если будете знать боли, возражения, хотелки целевой аудитории, если будете знать свою целевую аудиторию. Итак, еще раз заострю внимание, что это важный урок, и идем дальше. Вот здесь три инструмента, без которых невозможна автоматизация и продвижение бизнеса в интернет. И давайте мы возвращаемся на главную страницу. Своя стратегия рассылок. Здесь мы с вами создадим рассылки во ВКонтакте, в Facebook, в Telegram и, конечно же, e-mail рассылку. Вы узнаете, как создать базу свою подписную. Вы научитесь делать правильные продающие письма. Как создать лендинг очень быстро на конструкторе. Лендинг – это страница захвата, которая должна быть обязательно у каждого предпринимателя. Вы планируете свой день. У вас есть ваши рассылки в социальных сетях, e-mail рассылки. Вы собираете свою подписную базу, у вас есть для этого лендинг. Дальше мы идем в социальные сети, и нам надо что-то писать нашей целевой аудитории. Так вот, друзья, если вы еще только учитесь, у нас для вас есть раздел, который называется «Копирайтинг по шаблону». Вот здесь есть готовые тексты и для лендингов, и для писем, и для постов, и заголовки. Вот в этом разделе готовые тексты. Следующее – это социальный маркетинг, это работа в социальных сетях.
вы через социальные сети будете контактировать с людьми и получать клиентов и партнеров. Это социальные сети Facebook, это социальная сеть ВКонтакте. И особое внимание стоит уделить блогу, созданию вашего блога. Или можете назвать это сайт-визитка, можете создать себе сайт-визитку. И мы, друзья, вам этот блог, шаблон блога устанавливаем со всеми необходимыми плагинами для продвижения в интернет. Ну и давайте еще мы зайдем вот в такой раздел, как бонусы, и посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть сервисы и программы приложения для интернет-предпринимателя, полезные видеоуроки для интернет-предпринимателя. Ну давайте я открою, зайдем, посмотрим. Библиотека вебинаров. Очень интересная библиотека вебинаров по продвижению. Рекомендую изучить. Вот вы видите, как новичку построить команду в интернет с нуля и так далее, как дать рекламу на Facebook за $3. И здесь масса, как запустить свою вебинарную комнату на своем блоге или лендинге. Ну и формирование событий в жизни и бизнесе. Тоже отличная тема. И бонусный такой вот курс – это Photoshop. Все это еще у нас наполняется. Постоянно появляются новые уроки. Присоединяйтесь прямо сейчас. Берите систему, копируйте ее, запускайте и начинайте получать клиентов, партнеров и зарабатывать хорошие, достойные деньги.